4000 сеянцев сосны посадили участники акции «Спортсмены по морю за сохранение северной природы». Она приурочена ко Всемирному дню посадки леса. На пустынном участке, который через несколько лет превратится в лесополосу, побывала Ирина Адриянова. Они приехали сюда, чтобы облагородить территорию пустыря. Акция с самого начала не была похожа на официальное мероприятие. Некоторые участники взяли с собой детей. Меня привел папа, чтобы сосенки посадить. Мне очень нравится сажать сосенки, потому что это интересно. Два с лишним гектара земли за час превратились в лесопосадки. По словам специалистов, эта территория, усеянная саженцами, будет выглядеть как настоящий хвойный лес только через полвека. Выбрали территорию не случайно. В этом районе тип леса сосняк брусничный, и поэтому почва благоприятна для посадки хвойных деревьев. Условия произрастания лесов на севере Архангельской области очень тяжелые, потому что холодные длинные зимы и очень короткое лето, вегетационный период. В общем-то, для деревьев очень тяжелый, поэтому фактически это в основном выживает ель, которая, так сказать, может в таких условиях выжить, и сосна. Сеянцы привезены с вельского питомника. Их выращивали около 2 лет. Особенно первые 3 года саженцы нуждаются в обязательном уходе. Будет производиться опашка от травяной растительности и поросли 2 раза в год. Май, июнь, август, сентябрь. Как нам сказали организаторы, эти лесопосадки будут охранять с особым трепетом. Чемпион всероссийских турниров по боксу северодвинец Василий Ванин пришел не только для того, чтобы посадить свое дерево, но и провести время в хорошей компании. В первую очередь мы своим примером подаем, так скажем, пример даем всем тем людям, которые остались безучастны вот в этой миссии, так скажем, что вот так можно, во-первых, это какая-то форма активного отдыха и времяпрепровождения, и вот для природы мы что-то делаем такое позитивное, не просто, так скажем, потребляем природу, а и пытаемся ее восстановить. Сегодня, благодаря небольшому количеству энтузиастов, границы наших северных лесов немного расширились. Ирина Андриянова, Марина Федькушова, Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск.